Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях мама и дочка Яровые, Татьяна Андреевна и Оля. Оля, ты знаешь, как я тебя помню? Я не знаю, но ты меня не помнишь, конечно, ну, конечно, наверное. Мы где-то, я к вам домой пришел, к маме, чтобы что-то там разобраться с передачей или с какими-то там, ну, делами музыкальными. Ты же ведь не пугай народ. И представляешь, и выскочила ты, понимаешь? Это как было на террасе, между прочим. Выскочила ты из комнат, понимаешь? Вот такая, вот такая. С тех пор я тебя не видел. То есть, может, я тебя и видел, но видел со сцены, а общаться мы с тобой не общались. И вот теперь ты скажи, чего ты достигла в жизни за эти годы? На данный момент я живу в Киеве, работаю в Зразково-показовому оркестре Збройних сил України, солистка там, так. Вот. Развиваюсь, стараюсь развиваться в разных направлениях. Меня, ну, до того, как я устроилась туда работать, меня влекла от исключительная джазовая музыка, так. Больше ничего. Вот. Потом, когда я пришла в наш оркестр, угу. Я смотрю, у нас там и народные коллективы, и рок у нас играют, и академическую музыку классическую, и джаз играют. Я смотрю, там, ну, в общем, разножанровая музыка. И, честно сказать, я даже себе не представляла, как я буду, допустим, как я себе покажу в этих всех mm-hmm. жанрах, потому что не только джаз там доминирует в последнюю очередь. Mm-hmm. Вот. И на данный момент я даже где-то горжусь собой, что я уже и пою классическую музыку, нашу народную фольклорную музыку, так как у нас есть фольклорный ансамбль «Святовид» Зразкового показового оркестру Збройних сил України. Вот. Я познакомилась с великим творчеством всех народных фольклорных песен, произведений. И также я исполняю много маминых песен в оркестре. Вот. Очень хорошо песни воспринимаются публикой. Мамино творчество всегда проявляю там. Профессионалка мама. Конечно. Мама, вперед. Короткий спич и слушаем Олю. Короткий спич. Вот сейчас мы послушаем песню, так. Которая называется «I love you». Ну, это песня о большой и чистой любви, которую я написала не только музыку, а еще и слова. Я же ведь не только композитор, я уже поэт, писатель, сценарист и драматург. И юморист. И юморист, юморист, да. Самое главное. Да. Смотрим. Тихо ніч ступає землю, колисає рано, рано, рано. Ти приходиш ранок, зачекай, хай повість нам розкаже ніч, вічну повість свою.
Профессиональная певица из Николаева, Оля Яровая, рядом со мной. Оля, ну как получилось, ты что, вот прямо к маме под крылышко с самого начала? Ты помнишь, когда ты начала петь вместе? Конечно. Ну как это было, расскажи. Ой, честно сказать, это было не очень. Мое детство, творчество мое, когда я была маленькая, я участвовала у маминого конкурсе «Обри». И чтобы вы понимали, я кроме дипломанта ничего больше не получала. Ни лауреата, третий даже премии. Да, хотя казалось бы, вот мама, ну как все родители хотят своих детей более вот, ну первое место дочери. Нет, у меня вот мама как стимул была всегда. Стимулировала к чему-то больше. Мама говорила так: получай свои гран-при на других конкурсах, а не на маминах. Я думала, что меня неправильно поймут. Но ты уверена была, что у тебя дочь сделает карьеру, Таня? Нет, не уверена. Не уверена? Нет, было, конечно. Да? Это все зависело от силы воли, от того, ну как оно пойдет. Это все зависело от нее самой. Вот у нее такая есть сила воли, вот как у меня. Ты не огорчалась по этому поводу, что сначала ничего не получалось, а? Нет, оно как бы и получалось, но непонятно, что получалось. Хорошо, она сразу куда попала? Ты же училась у нас, дальше образование. Конечно, получ... я получила образование в нашем музыкальном училище. Огромную базу получила. Конечно, так как музучилище, больше такую базу не дает ни один вуз, я считаю. Потом я поступила в Институт музыки имени Глиера в Киеве. Вот, закончила, получила диплом бакалавра с отличием. Для мамы старалась, между прочим. Да, мама, потому что... Рыла землю. Но вот будет ругать. Любым способом, устала, не устала, хочу учить, не хочу учить. Но диплом красный получила. На данный момент я поступила на первый курс того же института Глиера, только на магистра. Вот. Ага, карьера да. будет. Да. Слушаем следующую песню. Примета нашего лета, парусник на реке.
Зразково-показовый оркестр Збройных сил Украины, место Киев. Как ты туда попала, Оля? Ты что сейчас, военный человек или как? Да, старший солдат. От. Вот, да, солістка заслуженного академичного зразково-показового оркестра Збройних сил України. Форма тебе идет? Тебе... Очень. Да? Да, ну, конечно, мне нравится. Нормально. Теперь расскажи о своем оркестре. У нас очень профессиональный оркестр, так как я уже говорила, что в нашем оркестре есть еще фольклорный коллектив, да, световый, который несет украинскую культуру по всей Украине, как говорится. Вот. И так как мы уже объездили очень много городов, мы собираемся в скором времени посетить наш родной Николаев. Я хочу показать своему городу, какой есть вот у нас классный оркестр профессиональный. У нас в нашем оркестре поет заслуженная артистка Украины, ведущая у нас народный артист Украины. Ну, то есть все очень серьезно, профессионально. Профессионально разная музыка. В общем, происходит очень много всего интересного у нас. И мы очень хотим приехать в Николаев, показать артистов, показать культуру, показать всю красоту. И в этом концерте мы также хотим исполнить песни мамины. Угу. Вот. Так что мы планируем приехать с большим коллективом, там под 80 человек. Да, планируем посетить Николаев. Ну, давайте послушаем, товарищ старший солдат, песню вашу «Коли заснули сині гори». Давайте. Чому, коли заснули сині гори, якось не до сну мені? Чому, коли на небі срібні зорі, мрію в тишині нічні? А крізь сині заснули сині гори, не заснем і ти, і я. Нічка кінчається, зірка ховається, бавиться ще лезвають. Тільки залюбленим мріям зову коли заснули сині гори, якось не до сну мені. Чому, коли на небі срібні зорі, мрію в тишині нічній, а крізь сині заснули сині гори, не засне ні ти, ні я. Ну вот, Оля, уже три номера прошло, мы так и не увидели еще ваш оркестр.
форме будем там говорить, потому что, смотрите, сейчас что-то фольклорное мы показывали, да? Да, да. Это вероятно, было, ну, к чему-то приурочено. Да, это был концерт, посвященный 25-летию фольклорного ансамбля «Святовид», который вот был на сцене. Вот. Следующий номер будет, это синтез, можно так сказать, фольклорного ансамбля и нашего оркестра. Виртуозная композиция под названием «Жавер». Так. Вот. Так что это очень интересный я номер. Я понял, что это модно и по-современному вот такое. Экспериментируем, эксперимент, да, и это вполне да? успешно. По... Ну, давайте послушаем, как получилось. Оля, сколько ты уже солируешь в этом оркестре, работаешь? Около 2 лет. Около 2 лет? Сколько у тебя в репертуаре песен? Ой, честно, не могу сказать. Ну как не могу? Вот все такие, которые в концертах ты чаще всего исполняешь. Ну, большинство песен у меня 50 на 50, можно так сказать. Еще смотря какие концерты, потому что у нас бывают разных... А в жанровом направлении какие? Украинская музыка. Украинская. Мамины песни. Очень много маминых песен исполняю. Ну вот, мамины песни. Ну как же мы сейчас уже под конец передачи не обойдемся? Вот скажи, что это песня, которая пойдет дальше, это твоя любимая песня. Я очень люблю эту песню. А что ты ее любишь? Эту? Песня называется «Ветер». И слова мамины, и музыка мамина, и песня с очень большим философским смыслом. Ага. Это песня в таком стиле шансон, еще и стиль шансон тут будет. Так. Да? Она очень красивая, и я ее прям с таким удовольствием исполняю. Вот. И эта песня вошла в мамин новый альбом под названием «Экспресс». Ну, давай вот. Послушаем. Давайте. Давайте слушать. Thank you.
всех на свете, знаю ветер. Я спрошу, а ты ответишь, не губи меня, когда лютуешь. Обними меня, когда с теплом воркуешь. Не губи меня, когда лютуешь. Обними меня, когда с теплом воркуешь. Ветер, ветер, вечный странник на планете, знаю ветер. Я спрошу, а ты ответишь, расскажи о том, где счастье ночевало. Да умолчи о том, где горе горевало. Расскажи о том, где счастье ночевало. Ветер, ветер, будет утро, будет вечер. Ветер, ветер, я спрошу, а ты ответишь. Над тобой никто, и никто не властен. А может быть, таким бывает счастье. Над тобой никто, и никто не властен. Ольга Яровая, приехав в Николаев, придя к нам на студию, отчиталась о своей творческой жизни в Киеве, на Украине. Ждем твоих песен здесь, в Николаеве. Ждем оркестра, в котором ты поешь. Приезжай, а сейчас спасибо, творческих тебе успехов и твоей маме. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо.